сделала. Столько дней для вас это много, мало? Конечно, мало. Вот как сейчас сделали, что до 10 января, это много на самом деле. Порой уже потом просто встаешь отдыхать. Да можно было и побольше, конечно, сделать. Я лично считаю, что это много. Потому что, ну, 2 дня отдохнул, ну, а дальше погода, так сказать, не очень приятствует. Ну, немного. Мало. Да. А сколько хотелось бы отдыхать и чем собираетесь заниматься? Месяц. Да, месяц. Ну, хотелось бы отдыхать побольше, месяц где-нибудь. Ну, у нас новогодние каникулы 2 недели, поэтому достаточно. А мало, конечно. Чем больше, тем лучше. А чем заниматься? Отдыхать, дома сидеть? Достаточно. Я вообще не отдыхаю, я работаю. Чем собираетесь заняться в это время? Летаю в Москву каждый Новый год. В этот раз не получится. В Китай поеду. Дома будем сидеть, гостей ждать. 6 января у мужа будет 65 лет, будем готовиться. Я буду в поезде. Я буду в Комсомольске на Амуре. Ну, у меня сессия будет, я буду как бы частично готовиться к сессии. Ну, на каток, где-то на природу поехать. Ну, чем заниматься? Отдыхать с внуками. Езжу куда-нибудь кататься на горных лыжах или дома сижу.